В нашей стране, вполне возможно, все-таки запретят производство одноразовых пластиковых пакетов. Как сообщают «Известия», соответствующий законопроект готовит Роспотребнадзор. При этом речь о поэтапном сокращении выпуска такой тары. В Минприроды уже заявили, что поддерживают такую инициативу, однако в Ассоциации компаний розничной торговли считают, что сначала необходимо решить, чем заменить полиэтилен, чтобы покупатели не остались без альтернативы. В качестве таковой называют бумажную тару и особенно текстильные сумки. Последние и так уже активно предлагают все больше крупных торговых сетей. Стоит отметить, что большинство магазинов и так уже перестали выдавать бесплатно полиэтиленовые пакеты, поэтому спрос на них у покупателей упал вдвое.